Всем привет! Сегодня приготовим очень простое и вкусное печенье с творогом. Сливочное масло комнатной температуры и сахар взбиваем несколько минут. По одному добавляем яйца комнатной температуры и после каждого очень хорошо смешиваем. Затем кладем сметану любой жирности, лимонную цедру по желанию и куркуму для цвета. Сюда же просеиваем муку, добавляем разрыхлитель. На низкой скорости смешиваем ингредиенты до состояния мокрой крошки, а затем уже собираем все руками. Тесто заворачиваем в пакет, ставим в холодильник примерно на 1 час. Тем временем приготовим начинку. Берем творог любой жирности, но желательно не очень влажный, иначе начинка будет вытекать. Добавляем сюда яйцо, сахар и ванильную пасту. Если нет ванильной пасты, можете заменить ванильным сахаром. Затем смешиваем все ингредиенты миксером. Также можно пробить начинку с помощью погружного блендера, тогда она будет более кремовая. Рабочую поверхность и тесто присыпаем мукой, затем раскатываем пласт толщиной примерно 3 мм. Вырезаем из теста круги, диаметр может быть разный, чем меньше круг, тем соответственно меньше будет печенье. Диаметр моего круга 9 сантиметров. В центр кладем начинку, защипываем края и формируем печенье, похожее на лимон. Выпекаем печенье при температуре 150-160 градусов 20-25 минут. Далее обмакиваем каждое печенье в молоке и обваливаем в сахаре. В молоко я добавила немного желтого пищевого красителя. Также можно окрасить сам сахар. Положить его в пакет, добавить немного гелевого пищевого красителя и хорошенько-хорошенько потрясти. Тогда, я думаю, лимончики будут выглядеть еще более эффектно. После того, как обваляли печенье в сахаре, дайте ему немного подсохнуть. Тогда сахар не будет скатываться, а будет крепко держаться. Получается вот такое очень нежное, мягкое печенье. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!